Осенью к основным счетам немцев добавится доплата за газ. Правительство решило таким образом поддержать импортеров голубого топлива. Ставка будет фиксированной. Эксперты рассчитали, что для среднестатистической семьи с одним домом доплата в среднем составит почти 500 евро за год. Новый налог начнут применять в октябре, но в платежках потребители увидят надбавку в ноябре или декабре. Городские и муниципальные здания в Германии в отопительный сезон будут обогреваться до 19 градусов и не более. Но не везде это возможно, поэтому садовые магазины в связи с этим хотят вовсе закрыться зимой. Цветы и растения не могут приспособиться к низким температурам из-за газового кризиса, им необходимо тепло. По расчетам владельцев садовых магазинов, закрытие затянется на несколько недель, а то и месяцев, в зависимости от стоимости газа и температуры воздуха на улице. Производители бензина и дизеля в Германии рекомендуют водителям в ближайшее время купить побольше топлива. В сентябре оно подорожает, а на АЗС прогнозируют дефицит и очереди. Дело в том, что истекает срок действия так называемой скидки на бак. Из сентября налог на бензин снова будет взиматься на уровне 65 центов за литр, а не 35 центов, как сейчас. На дизель сумма налога составит 47 центов взамен нынешних 33 центов за литр. И о здоровье. Диетологи перечислили плохо сочетающиеся с кофе продукты. Так, например, кофе со сладкой выпечкой на основе маргарина является дополнительным фактором риска для людей с сердечно-сосудистыми проблемами, так как может привести к повышению холестерина, приступу гипертонии, сахарному диабету и ожирению. Также увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и нервную систему чашка кофе после употребления алкоголя или вместе с энергетиками.